Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам показать мою уходовую косметичку на месяц сентябрь, первый месяц осени. И кому интересна данная тема, оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. И по традиции я начну с продуктов по уходу за волосами. В этом месяце я как-то решила особо не набирать. У меня остался один шампунь с августа. Это Head & Shoulders шампунь и бальзам-ополаскиватель 2 в одном. Предназначен против перхоти с ментолом. Обожаю его. Конечно, летом было использовать его лучше. Но вот я начала так прям хорошо использовать его в августе. И вот он у меня остался, переходит на сентябрь. Это у меня, не знаю, муж или ребенок уронили. В общем-то, это немножко крышка отлетела. Но ничего страшного, потому что тут все главное закрыто. Далее беру я также в уход два вот таких шампуня. Это Три кота, детский шампунь, сахарная вата, заказывала на сайте Валберес. А второй это компания Faberlic. Здесь у нас домашний джем. Это как шампунь и бальзам-ополаскиватель 2 в одном. Думала, что буду для ребенка использовать, но вот решила, что рановато будет, так что использую сама. И в пару к этим двум шампунем я решила взять две масочки, потому что началась осень, сейчас начнется прохладная погода, волосы будут страдать, да и после лета они страдали, да, после солнца. В общем, первая маска это комплимент, маска для волос 3 в 1, против выпадения, стимуляция роста и укрепление с перцем. Здесь объем, по-моему, 500, да, вот 500 миллилитров, я заказывала на Валберес, так что буду начинать ее использовать. И еще одна маска, я покупала ее, по-моему, в Магнит Косметик или просто в Пятерочке. Я не знаю, чем они отличаются, потому что есть вариант вот этой вот маски, только у нее зеленая крышка, а есть вариант с белой крышкой. Хотя вроде бы аромат у них одинаковый. Вот, ну не знаю, чем они отличаются, может просто разные партии. Это у меня маска тоже 3 в 1, питательный коктейль для поврежденных волос от марки Шаума. Вот, очень приятно пахнет клубничкой, так что решила тоже взять в уход. Далее, я всегда волосы расчесываю именно когда они у меня мокрые. Уже не первый раз я об этом говорю. И для этого я беру вот такой вот спрейчик для волос, легкое расчесывание, детский, ухаживающий, тут даже написано «маленькая фея». Но я хотела, конечно, заказать другой с маслом ши от марки «Чистая линия», но в наличии его не было, поэтому я взяла на Валберес вот этот. Попробую, какой он будет. Тут прям такая у меня линеечка детская получается, ну ладно. И далее от марки Faberlic из линейки Эксперт. Это эликсир глубокое восстановление для всех типов волос. Уже второй раз он у меня. Первый раз мне его дарили, и потом он мне понравился. Я решила покупочку повторить. Так что с большим удовольствием буду использовать. С продуктами по уходу за волосами это все. И переходим к уходу за телом. Покажу вам два продукта для принятия ванны. Я, конечно, не знаю, буду я ими пользоваться, не буду. Вот так как я сейчас нахожусь с ребенком дома одна на неопределенное время, даже не знаю, на полгода больше, а то, может быть, и вообще год. Вот, поэтому принять ванну могу только если он будет в саду. Ну, не если, а когда он будет в саду, а только лишь тогда. Вот, а когда он находится дома, то это немножко проблематично. Вот, так что поставлю, конечно, в уход, но не знаю, буду пользоваться или нет. Это пена для ванны «Зеленое яблоко», объем 500 мл. В прошлом месяце я ни разу не воспользовалась, посмотрим, как будет в этом. И также для принятия ванны у меня масло чайного дерева эфирное. Оно также хорошо различные воспаления подсушивает. Ну, и я очень люблю ванну добавлять, потому что аромат чайного дерева мне очень нравится. Далее продолжим гелями для душа. С прошлого месяца у меня остались, скажем так, летние гели. Их тоже надо доизрасходовать. Два вот таких от марки Oriflame из линейки Love Nature. Правильно же произношу? Это у меня ананас маракуйя, а здесь грейпфрут. Вроде как карамбола или кактус, яблоко, киви.
Эти два геля оба очень классные, они приятно охлаждают кожу, освежают, безумно вкусные ароматы. Здесь у меня вот ананас и маракуйя осталось вот столько. Ну, я думаю, вам видно. Так что буду его заканчивать. И вот этим как бы я пользовалась, наверное, пару раз, но тоже классный, так что переходит у меня на сентябрь. Еще один гель мне очень понравился, это линейка Bonjourne, или Bonjourne, в общем, как-то так. Мексика, компания Faberlic. Здесь голубая агава и нежная пассифлора. Очень приятный такой освежающий аромат. Прям вот как раз-таки навевают воспоминания о море. Поэтому тоже буду в августе пользоваться. В августе я оговариваю с девчонки в сентябре. Мы снимаем уход на сентябрь. Далее такая грязненькая баночка, но это потому, что у нас вода такая, я ее, конечно, мыла, прежде чем показывать вам. Это у меня бразильский кофе компании Фраше, как раз-таки вот когда у нас было прохладно летом, вот в августе я им пользовалась. И вот уже сколько здесь осталось, я хочу доизрасходовать в сентябре. Как раз у нас сейчас уже, ну, более-менее такая прохладная погода, вечерами тоже прохладно, так что я думаю, хорошо зайдет. Далее, два взяла геля новеньких, это линейка Avon Senses, тут что-то у нас магическая клубника или что-то вроде этого, волшебный единорог, волшебные единороги, детский гель, вот, ну, короче, буду пользоваться, я только не знаю как. Либо, может быть, как гель для бритья, может, вообще как мыло для рук, или как гель для душа, потому что аромат что-то как-то мне не особо понравился. Я бы не сказала, что это прям такая вкусная клубника. На мой взгляд, не особо интересный, хотя делали для детей. И второй, это вот такой вот Океан Лав, освежающий гель для душа. Вот, так что, ну, здесь вроде как, знаете, такой вот аромат освежающий, но для меня почему-то пахнет шампунем Pantene Pro-V. Знаете, такой, который в прозрачной бутылочке. Вот я не знаю почему. Но посмотрим, как я буду использовать эти два геля. Ну и так как у нас уже наступила осень, и чего-то сладенького хочется, помимо вот этого геля от компании Fraché, я также взяла в использование Faberlic Beauty Cafe черничный капкейк. Вот, так что тоже надо постепенно эти гели из коллекции выводить, потому что сроки годности тоже не огромные, тем более у компании Faberlic, так что как-то так. Так, ну давайте, раз я Faberlic заговорила, покажу вам две увлажнялки для тела, также из линейки Beauty Cafe, это апельсиновая меренга суфле для тела и грушевое парфе. В общем-то, здесь у меня заглушка. Я сейчас открою и покажу вам, какие они внутри. Вот такой вот здесь продукт. Почему-то он такой прям жидковатый какой-то у меня после лета. Вот, так что буду использовать. Вот эту пока фольгу не убираю, так как на ней тоже средство есть. И вот, ну, как бы просто выбросить мусорку мне бы не хотелось. Вот, очень такой приятный сладенький аромат. И вот это суфле апельсиновая меренга. Сейчас я его тоже открою. Вот такое вот оно. Тоже очень приятно так апельсинкой сливочно пахнет. У меня эти суфлешки уже не первый раз. Я пробовала абсолютно все, которые у них есть. Там еще вот малиновый. По-моему, у меня малиновый в запасах еще один стоит. Вот, но очень удивительно, почему до сих пор не сделали суфле с ароматом черничного капкейка. Потому что у них бальзамы для губ есть и с грушей, и с малиной, и с апельсином. А вот с капкейком почему-то есть только мыло, пена и гель для душа. А вот, ну еще крем, да, для рук. А вот суфле и бальзама нету. Удивительно, хотя аромат очень приятный. Дальше. Один скраб для тела, банька агафьи, секреты сибирской травницы, мыльно-березовый для глубокого очищения, органический экстракт мыльнянки, почки и семена маньчжурской березы, крапива белая, душица таежная. Покупаю в Пятерочке, очень нравится. Много о нем говорить не буду, потому что очень часто и так показываю.
Также для тела вот такой у меня ночной крем. Лиловый сонник, марка Organic Shop, органическое лавандовое масло, ночная фиалка и вечерняя лилия. Уже не первый раз у меня эта баночка. Раньше я очень часто покупала такие увлажнялки. Вот таким образом выглядит. Аромат просто настолько уютный, вот знаете, прям нежный-нежный такой. Вот как раз то, что нужно для вечернего использования перед сном. Тут у меня немножко получилось так на руку вымазать. Ну ладно, так все стерла. Вот, так что вот такой вот тоже продукт буду использовать. Да, девчонки, извиняюсь за мой маникюр, но сейчас у меня такая ситуация, что некогда попасть на ногти. Вот пока сын в саду, я как-то вот какие-то делаю свои дела. Вот, наконец-таки выдалась возможность видео снять. Дальше, антиперспирант у меня Fresh Cherry от марки Nivea, сейчас у меня опять вот один будет в использовании, один в запасе, как-то особо не набираю, вот, ну, тоже нравится, уже использую, хороший. Далее, спрейчики для тела, тоже у меня компания Faberlic, они без спирта, я их обожаю. Это у меня тоже новинка у них вышла. Раньше у них был просто с черной смородиной, а теперь смородина-черника. Вот, тоже приятный аромат. Отметила для вас лаком, сколько было изначально, и вот столько уже, видите, не хватает, потому что, ну, взяла в уход раньше, чем снимаю пустые. Угу. Чем снимаю уходовую косметичку. Я просто немножко тороплюсь. Вот, поэтому заговариваюсь, простите, хотя никто меня никуда не гонит. Дальше, вот такой вот спрей для вечернего использования, это Dream Therapy Faberlic с мелатонином, расслабляющий мист для сна. Тоже почему-то летом я им не пользовалась, но у него, знаете, такой вот прям сладковатый аромат, я думаю, сейчас осенью он у меня хорошо пойдет. Далее, у сыночка в использовании марка Невская косметика, ушастый нянь с первых дней жизни, крем-мыло с оливковым маслом и экстрактом алоэ вера. Тоже используем с рождения, аллергии никакой не вызывает, и мы также покупаем от этой марки порошок из этой серии. Мыла там осталось немного, поэтому ему на замену я поставлю вот такое, марка Honey Kid, жидкое мыло детское. Ну, конечно, мне аромат его нравится не очень, потому что я помню, когда я беременная была, я покупала это мыло для рук, аромат мне не понравился. Ну, вот в пятерочке увидела вот это, ушастого няня не было, так что взяла вот это. Далее я покажу вам различные туалетные водички, которые я буду использовать в сентябре. Видео про ароматы на осень-зиму выйдет чуть позже. Возможно, после этого ролика, возможно, еще позднее, вот, но это уже я потом решу. Вот, а так как сейчас у нас началась осень, мне хочется каких-то сладких ароматов, свежие уже хочется оставить до лета. Поэтому как-то так. В общем-то, один аромат, который у меня уже идет, показываю без колпачка. Уже не раз объясняла, почему. Просто не хочу отражаться в камере. Я уже говорила причины, поэтому ладно. Кафе Гурмант, десерт Павлова. Вот столько осталось. Я думаю, что за сентябрь как раз сейчас улетит, потому что это у меня один аромат, который у меня остался в использовании из всех тех, которые я брала за последнее время. И к нему я добавляю вот такой аромат, тоже кафе Гурмант, это лимонный курт. Я не знаю, это, наверное, какой-то бисквит или что это вообще, я не знаю. Ну да, какой-то бисквит, лимонный крем. В общем, такая коробочка, давайте я в кадр ее ставить не буду, чтобы она не занимала много места. И аромат вот таким образом выглядит, как раз сейчас вот на осень это прям будет идеально. Далее еще один аромат, третий из этой же серии. Это кафе Гурмант малиновый мильфей. Флакончик уже вот таким образом выглядит. Он весь такой, видите, как с блесточками. Есть еще три аромата в этой серии. Вот я купила только вот эти три, такие вот гурманские. И хочу себе еще три, но как будет возможность, я их приобрету. Вот, очень приятные. Так что, да, как-то так.
С продуктами по уходу за телом мы закончили и переходим к уходу за лицом и полостью рта. Сейчас давайте покажу вам большую такую бутыль, чтобы уже отставить туда дальше, потому что много места займет в кадре. Это у меня вот такой вот просто огромнейший ополаскиватель для полости рта от марки Silcomed. Комплексный уход, тройное действие, борется с воспалением десен, защищает от кариеса, освежает дыхание, зверобой, ромашка. 100 мл объем, я не знаю, насколько мне его хватит, 1000 мл объем, не знаю, насколько мне его хватит, брала в фикс-прайсе, так что вот буду использовать утром, вечером, можно даже не экономить, потому что он просто огромный. Дальше переходим к продуктам по уходу за лицом теперь. Вот такой у меня в использовании гель, матирующий эффект, экстракт мяты, предназначен для комбинированной жирной кожи от марки Синдо. Хороший, уже не первый раз покупаю, там уже, видите, у меня немножко осталось. У него очень такой кисло-сладкий, приятный аромат, что-то напоминает мне из детства, но так и не могу вспомнить, что именно. Вот, но он классный. Далее ему на замену беру вот такой гель. Для всех типов кожи от этой же марки. АХА-кислоты, витамин С, осветляет, борется с пигментацией. Мне кума дарила тоник для лица из этой серии. Я хотела его приобрести повторно, но его не было, поэтому взяла только гель. Надеюсь, что он будет также приятно пахнуть вкусно апельсинкой, как вот пах тоник из этой серии. Так, ну и касаемо тоников, у меня их не так уж и много, я взяла от марки Faberlic уже в использовании, уже пользуюсь, потому что предыдущего, тот, что у меня закончился, мне не хватило до конца августа, и получается вот 2 дня августа и, ну, почти неделю сентября, у нас сегодня 5 сентября, я использовала вот этот самый тоник. Это Faberlic линейка Oxyology, кислородное дыхание, нежный тоник для лица. Я опять-таки лаком, видите, вам отметила, сколько его было изначально, и вот столько уже нет. То есть, получается, я его использую утром, вечером, и очень он мне нравится. Понятное дело, что вот этого количества на сентябрь мне не хватит, потому что я использую утром, вечером. И ему также на замену потом я беру вот такой. От марки Синдо, из Фикса, экстракт ромашки пантенол, успокаивающий для сухой кожи. Как раз сейчас осень, кожа уже начинает подсыхать, вот так что буду этим тоником пользоваться. Так, дальше, маска. Конечно, лучше было бы оставить ее для лета, но целый год она у меня, считай, будет лежать, поэтому как бы, ну зачем? Я заказывала на Валберес, это у меня... Одна единственная маска, в запасах ничего нет. Маска для проблемной кожи лица Планета Органика Skin Superfood от 7 Days. Дикий серебристый эвкалипт, органические масла чайного дерева и австралийского лимона, а также активный цинк. Я обожаю ее аромат, она хорошо высветляет, очищает кожу. Конечно, вот этих вот различных там акне, вот этого всего у меня нет. Очень редко бывают подкожники, либо там просто где какой-то прыщичек маленький вылезет, но это прям очень-очень редко. Далее, по-моему, в... В августе я вообще не использовала скраб для лица, а в этом месяце беру вот такой мягкий скраб, сок малины, чистая линия для лица, для сухой и чувствительной кожи. Обычно покупаю абрикосовые косточки скраб, но он более подходит так для лета, когда да, у нас такая кожа немножко жирноватая, а вот в осенне-зимний период, когда кожа, скажем так, немного травмируется тем, что высыхает, потом еще подключается ко всему отопление, вот, так что... Мягкий скраб подойдет гораздо лучше и менее будет травмировать вашу кожу. Так, что у меня здесь еще? Давайте покажу вам кремушки. Во-первых, я продолжаю использовать вот такой крем от марки Nivea Perfect Matte Effect, витамин С. Я его ругала, но потом я приноровилась, как им пользоваться правильно. Уже все, язык заплетается, второй ролик за сегодня длительный. Вот таким образом он выглядит, да, конечно... Я ругала его аромат, он мне не нравился, не нравится мне и сейчас, вот, но работает он хорошо, он классно матирует кожу, если увидеть его в фиксе, попробуйте. Но главное, знаете, как делать не так, что, допустим, там нанесла крем,
там, да, таким прям слоем подождала, пока он там немножко впитается, как я это люблю делать, а потом растираешь полностью по лицу. С ним такое не пройдет. То есть получается, если вы наносите, вы тут же его втираете в кожу, иначе он потом высыхает, застывает и просто крошится у вас на лице, то есть вы никак не сможете его втереть, он очень быстро высыхает. Так что вот такая вот у него особенность, обязательно пользуйтесь им правильно. Так, дальше, я использую как вечерний крем вот такой продукт от марки Yummy Skin Care, Moji. Это подарок от Маришки, большое спасибо. Вообще, это крем для век, Moji с фисташками, тонизирующий и восстанавливающий. Но я решила, что ничего страшного, буду его использовать не только на область век, но и полностью на лицо, и мне так очень нравится. Он хорошо увлажняет кожу, питает, и она безумно вкусно пахнет вот этим вот вкусненьким десертом. Так, и на смену вот этому крему от марки Nivea, когда я закончу его, я возьму вот такой, это марка тоже Nivea, Naturaling Good, в общем, ладно, с ромашкой. Давайте покажу вам сейчас саму баночку, это вот коробочка такая от него, ё-моё, давайте с кадра уберем, чтобы сэкономить место. Вот таким образом выглядит. Сейчас я его открою, он у меня зафольгирован, ну, уже можно открывать, потому что я же в уход беру, да. Вот, вот такая вот здесь у нас консистенция, такая вот масса. Вот, ну, как только закончу предыдущий, я перейду на этот. Он у меня небольшой, здесь сколько? 50 миллилитров всего, вот, так что использую. Так, патчи. Патчи у меня сейчас в использовании вот такие. Это марка Holy Poly. Давайте вам покажу, какие они внутри. Конечно, ничего особенного. Вот я, когда использовала такие с тыквой, ругала, что пропитки мало, с лица сползают. Эти тоже с лица сползают, но пропитки у них побольше. Видите, вот такие они фиолетовые, прикольные. Запах. Вообще, вот, допустим, там черникой или голубикой, что здесь заявлено, не пахнет. Как и те, которые были с тыквой. Тыквой они тоже абсолютно не пахли. Здесь такая вот лопаточка есть. Вот, все очень аккуратненько, можно использовать. Ну вот, вот такие патчи. И я себе делала подсказку, чтобы знать, сколько их там у меня осталось. Ну, вот так мне захотелось. Тут своим корявым быстро-быстро почерком написала. Вообще, конечно, у меня почерк получше, если постараться. 60 получается, ну, штук. То есть я считала вот там 30 пар, то есть получается, да, 60 штук. А, вот. А, короче, я использовала всего 2 пары. Вот, и еще у меня, получается, осталось. Так. Дальше, что у меня здесь еще под рукой? А, уход за полостью рта. Давайте покажу вам зубные пасты. Беру я в уход в этом месяце все новое, потому что в прошлом все закончилось. Две вот таких новинки из линейки Nuki Faberlic. Это зубная паста с дыней и мятой. По-моему, я такую не приобретала еще или повторно купила, не помню. Но вроде бы не приобретала я с дыней. То, что ты будешь делать, то не получается открыть. Вот. Вот такая вот здесь зубная паста. Такая как гелевая идет. Ой, да, очень приятно пахнет дыней и мятой. Прям, ой, очень вкусно. Буду, конечно, с большим удовольствием пользоваться. И вторая это с манго. Тоже новиночка. Комплексная защита называется она. Сейчас я тоже тут за кадром сниму эту фольгу с нее и уже вам покажу более подробно. Но она тоже такая вот гелевая, какая-то водичка потекла непонятная, вот такого она цвета. Вот. Ой, тоже вкусно пахнет манго, каким-то, знаете, таким конфетным или вот мармеладками, такими вкусными, нехимозными с манго. Прям вкусненько. Так, еще одна зубная паста, потому что чего-то мятного все равно захочется, только как-то сладкомятными пользоваться я не люблю. Colgate, максимальная защита от кариеса. Ну, по-моему, она там самая обычная белая, вот такая вот. Так что тоже буду, конечно же, ей пользоваться.
И у ребенка по стандарту вот это, аромат липы, зубная паста для малышей, Рокс. От 0 до 3. Так, с продуктами по уходу за зубами мы закончили. Давайте покажу вам также бальзамы для губ. Что-то у меня закончилось, что-то нет. Хотелось мне, конечно, очень хотелось что-то взять новенькое добавить, но я решила, что нет. Потому что если я сейчас возьму что-то новенькое, потом использовать что-то старенькое мне уже не захочется. Так что продолжаем. Бальзамы, которые у меня остались, вот вообще в этом месяце мне очень хочется сделать акцент на вот этих вот двух бальзамчиках, что в прошлом месяце хотела и не получилось, ну вот надеюсь, что в этом месяце получится все. Вот такой вот бальзамчик у меня, видите, тут уже немножко его осталось, но даже вот это маленькое количество, видите, его очень тяжело закончить, он просто какой-то, не знаю, нескончаемый, неубиваемый, так что да. Вот такой вот Пепси, это у меня Бон Аппетит Тутти Фрутти бальзам, вот видите, вот такой вот он тоже внутри, пыталась там что-то им пользовалась, но по факту все равно остался, так что вот в сентябре хочется, пока холода не наступили, сделать на нем акцент и уже как бы с коллекции убрать, сколько ж можно его хранить. Далее с Малиной и Амарилисом от Чаптер, как только я закончу вот эти два, то я приступлю к вот этому. Вот, очень приятно пахнет, у меня еще разные другие есть, но я показывала это все в видео про бальзамы для губ, кому интересно, можете посмотреть подробнее, там внизу поискать. Вот такой вот бальзамчик, бальзам-талисман Crazy Звери, он очень приятно пахнет, я им, конечно, старалась как-то пользоваться, но не прям так сильно активно получилось, видите, вот сколько его не хватает, но тоже он очень классный, он хорошо губы увлажняет, лечит их. Я его заказывала на сайте Валберис. Ну вот к нему я уже приступлю, наверное, в период холодов, потому что губы он лечит. И когда я вот эти хотя бы три уберу, уже, да, как бы, ну, то есть доизрасходую, тогда я приступлю к вот этому. Поставлю их вот так. Так, ну и здесь у меня также есть два вот таких бальзамчика. Этот я хочу использовать на пяточки. Видите, он там какой, вот такой вот. А этот с апельсином, когда я болела в мае, я ватной палочкой наносила на область вот носа, под носом, потому что вот эта вот область очень сильно высыхала, когда вот насморк, вот. И вот столько там осталось, возможно, не знаю, может быть, тоже на пятки, может, на губы буду использовать, не знаю, посмотрим. Так, ну и вот этот тоже бальзамчик у меня Блистекс, это опять-таки на период, когда будет холодно, вот, когда будут губы такие убитые, нуждаться в более таком сильном уходе, тоже буду использовать уже его. Так, ну и наконец-таки бальзамчики в стиках, конечно же, два, которые не, ну как один стик и другой нет, это у меня вот Кармекс, вот такой вот, в тубе уже не раз показывала, какой он внутри. Далее Кармекс в стике с SPF 15, с гранатом, там его тоже достаточно много уже нету, ну вот еще не до конца я его израсходовала, за осень, за зиму точно он у меня уйдет. Конечно же, три бальзамчика Coca-Cola, это с ванилью, с вишней и оригинальная кола. Тоже здесь вот столько нет с ванилькой, с вишней даже толком не пользовалась, немножко нет. И с Кока-Колой вообще даже не использовала. Ну не то, что вообще, а вот именно вот эти бальзамы, так они уже у меня не первый раз. Ну, видео про бальзамы можете опять-таки все более подробно посмотреть. Вот такой бальзамчик должен был у меня закончиться, но не закончился. Это Enchantimals с дыней, детский бальзам. Вот столько у меня, видите, здесь осталось. Так что за сентябрь он у меня точно уйдет. Так, еще один. Это у меня марка Maybelline Baby Lips. Вот таким образом он выглядит, беленький. Вот. Кстати, да, у меня также спрашивали, пользуешься ли ты бальзамами, если у них истекает срок годности. Да, пользуюсь, потому что если у бальзама не поменялась консистенция, цвет, свойства, как бы все осталось прежним, запах, то я использую. Я не верю, что вот там, срок годности закончился, все, пользоваться нельзя. Ну, это личное дело каждого.
Потому что если свойства остались прежними, почему бы нет? Бальзам в открытом виде хранится год. Ну, то есть, как бы, я думаю, сами прекрасно понимаете. А дальше. Бальзам-помада Нитроджина, норвежская формула. Тоже на осень, на зиму будет идеально. Такой вот он беленький. Очень приятно пахнет, нравится. Я как бы им тоже пользовалась, но вот видите, не особо-то и много получилось у меня его закончить. Вот. Ну, еще у меня остался вот такой вот карандаш, бальзам детский после укусов насекомых, мое солнышко, с лета. Не знаю, что вообще мне с ним делать. Возможно, на следующее лето оставлю, потому что, ну, наносить-то на губы я его явно не буду, потому что он предназначен вот именно после укусов насекомых. С продуктами по уходу за губами мы закончили. И теперь давайте посмотрим последнюю категорию. Это то, что я буду использовать для ухода за руками и ногами. И начну я, пожалуй, с ухода за руками. Вот такой вот крем буду продолжать использовать. Это крем для рук от марки вот этой вот, в общем-то. Наверное, Фасмк. Или Фамц Косметикс. В общем, он корейский. Мне дарила его кума. Дашуль, большое тебе спасибо. Он с лимончиком. Там еще у меня осталось. Не до конца израсходовала. Так что буду продолжать. Далее ему на смену у меня еще кремушки. Понабрала в августе. Но толком на руки я ничего не мазюкала. Это тоже подарок. Люр. Это мне бабушка мужа дарила. Биокрем для рук. Увлажняющий. Алоэ вера. У меня их было два, я подарила один, кому-то из девчонок отправляла в посылки, уже не помню. И вот еще один у меня остался, буду использовать сама с алоэ вера и глицерином. Так, и еще один крем, это тоже подарок от кумы, Дашуль, опять-таки большое тебе спасибо. Это Эвелин Косметикс, банана Киа, разглаживающий крем для рук, манго, кокос, масло ши, у него безумно вкусный аромат, я уже слушала. И... ну, как бы даже показывать нету смысла, потому что, ну, он просто беленький, вот, как бы как такового цвета у кремушков обычно нет. Так, далее, еще один крем для рук, это марка Ифраше, малина и мята, вот, так что тоже буду использовать, я обожаю аромат мяты вообще в косметике, в принципе, мне нравится. Так, далее уход за руками. На кухне у меня сейчас вот такое мыло в использовании. Palmolive мицеллярный уход с нежным ароматом хлопка для лица и тела. Я на самом деле перепутала, потому что у меня одно такое мыло в августе закончилось. И вот я взяла абсолютно такое же в уход, получается, еще раз в августе. И вот в сентябре оно у меня еще в использовании. И я забыла показать в пустышках, представляете? Два одинаковых мыла, вот я перепутала, что думала, что это от одного, короче, мыла коробка, а оказалось, что вообще от другого. Короче, ладно, наверное, вы ничего не поняли, но что я поняла. Вот, так, еще одно мыло беру твердое в уход, это крем-мыло детская Умка, это тоже подарок с первых дней жизни, Маришка дарила, будем сыночком ручки мыть. Вот такое, давайте открою его. Посмотрим, что оно там из себя представляет внутри. Гляньте, какая милота. Вот такое вот мыло со штампиком Умка. Кайф. Ой, ну аромат самого обычного детского мыла. Вот, ну приятный. Ой, вкусняшка. Пока что уберу его в упаковочку. Так, вот это мыло, кстати, хотела вам показать. Вот такой вот у меня кусочек остался, видите, как бы даже не особо-то и большой, немножко влажненькое. Вот, так что вот такой вот кусочек. Понятное дело, что мне его не хватит. И я еще одно беру мыло, тоже твердое. Это бархатные ручки, крем-мыло с миндальным маслом, интенсивное питание с компонентами крема. Это тоже подарок, мне кума подарила. Дашуль, еще раз большое спасибо. У меня прям сегодня спасибо зашкаливает. Вот, тоже такой вот прикольный штампик, бархатные ручки. Ой, аромат прям нежный-нежный. Знаете, такой реально миндальный. Ой, классный. Прям вот пахнет как крем бархатные ручки. Я не знаю, как с миндалем, что ли. Ой, ну очень вкусная. Картонная коробочка. Пока что уберу сюда. Как только у меня на кухне закончится вот это, то я положу вот это. Вот. Потому что на кухне я гораздо чаще мою руки.
Так, дальше. С продуктами по уходу за руками мы закончили. И теперь посмотрим, что же я взяла для ухода за ногами. Продолжаю использовать вот такой вот крем от марки Laboratorium. Апельсин и ментол крем для ног. Жаловалась, что он плохо охлаждает. Но нет, девчонки, хорошо он охлаждает. У него безумно вкусный аромат. Мяты, апельсина, прям классный. Такая вот жестяная упаковочка, но она мягкая, то есть как бы с нее все отлично выдавливается. Так что вот такой у меня кремушек. А далее ему на смену вот такой у меня остался с прошлого месяца. Это крем для ног дезодорирующий. Happy Steps или Штабс, компания Faberlic. Вот он у меня с эвкалиптом. Ставила давно еще в использование мужу, он толком не использовал, поэтому буду... использовать его сама. Так, и гель для уставших ног Кафе Мими Суперфуд Каштан Ментол. Здесь у нас содержится ментол, экстракт каштана, масло оливы. Я заказывала на сайте Подружка. А здесь у нас вот такая вот штучка. Все тут зафольгировано. Сейчас я его открою. Здесь его немного. Вот только открыла упаковочку, и господи, как же он вкусно пахнет. Ну, он такой вот, как я не знаю, какой-то голубовато-прозрачный. В общем, я думаю, что я буду от его аромата балдеть, потому что у меня был крем для ног с чайным деревом, и он мне очень понравился. Так что сейчас, пока еще не наступили холода, я еще пока хочу пользоваться различными кремушками, которые ноги охлаждают. Так, и... хочется уже восстанавливать ножки после лета. Покупала я Фикси вот такие спа-носочки Релакс Терапия, Ангел Кей. По-моему, уже не первый раз они у меня, как-то я покупала. Здесь у нас экстракт макадамии, экстракт лаванды, масло ши, экстракт розмарина и экстракт герани. Вот, когда как-нибудь сына отведу в сад, я воспользуюсь вот этими носочками. Так, девчонки, ну что ж, я безумно рада, потому что сегодня, пока сын в саду, я успела отснять целых 2 видео. Одно уже на канале, это пустые баночки, его уже начали люди смотреть. И второе, вот сейчас я сняла уходовую косметичку, время только 11 часов утра, а у меня уже 2 видео готовых. Потому что сейчас, на самом деле, я уже не раз говорила, что особо времени у меня на какие-то свои дела нет. Если раньше не было, но появлялось вечером, то сейчас даже вечером нет. Потому что у нас уже темнеет, в 7 часов уже темно. Мы с сыном плюс-минус там в 9:30 ложимся спать. Вот такой уже у меня как бы режим выработался. Очень редко, что я сижу прям до ночи, как раньше. Вот, так что да, кому это видео понравилось, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, а также подпишитесь на мои каналы. YouTube, Telegram канал, Яндекс.Дзен. Как всегда, я оставляю все ссылочки в описании под роликом. Также пишите, что из того, что я вам сегодня показала, вы пробовали, что вам понравилось, что не очень. Я с большим удовольствием почитаю ваше мнение, а также пообщаюсь с вами в комментариях. И обязательно переходите в Telegram, потому что я там активничаю, постоянно что-то пишу, о чем-то рассказываю, какими-то фотографиями делюсь. Так что, если вам интересно, то переходите. Ну и как всегда, я желаю всем хорошего настроения, отличного дня. Спасибо за ваши лайки, комментарии. И всем пока-пока!